Здоровенький Амиго, погнали посмотрим видосичек. Когда затрагивают тему всемирного потопа, часто можно услышать, что событие это нашло свое отражение в мифологии всех народов. Но на самом деле данное сказание отсутствует у населения большей части территории Африки, Восточной, Центральной и Северной Азии. Собственно, хоть потоп предстает как всемирное событие, но, как правило, истории о нем характерны для населения долин крупных рек, островов и побережий. Причем тут не лишним будет вспомнить первый тип сельского хозяйства, на основе которого и возникли древнейшие цивилизации. Речь о мотыжном земледелии в долинах рек, где, разливаясь, водные артерии выносили на свои берега плодородный ил, что позволяло даже примитивными средствами получать хороший урожай. При этом не нужна была двух- или трехпольная система, когда часть земель не засевали, давая восстановиться. Жить у воды удобно, она поставляет удобрения, позволяет легко орошать поля, является источником рыбы. Да и можно перемещаться, перевозить грузы. Однако, помимо сезонных колебаний уровня воды, реки могли преподносить неприятные сюрпризы и раз-другой в столетие при стечении ряда факторов затапливать окрестности, а вместе с ними смывать поселения земледельцев. И хоть представления о всемирном потопе были еще у живущих в Междуречье шумеров, для описания проблем, с которыми они сталкивались, можно привести более близкий нам пример. История изрядной части городков донских казаков изобилует сюжетами, когда люди селились, как им казалось, на безопасном расстоянии от реки, жили десяток-другой лет, затем поселение топило, и люди перебирались на новое место. Дабы не быть голословным, такая история была с поселением у Малой Каменки, которая затопила, и казаки переселились на новое место, получившее название Станица Каменская, а ныне город Каменск-Шахтинский Ростовской области. Слыхал о таком. Да и собственно та же Москва-река, которая не впечатляет размерами, в отдельных случаях, как было, например, в 1908 году, может выходить из берегов, а уровень ее вод тогда поднимался практически на 9 метров. Интересным является тот факт, что, исходя из современных знаний, масштабному потопу должен предшествовать рост уровня океана, но в большинстве древних мифов данное событие связано с дождями. А они приводят только к локальным наводнениям и паводкам. Потому как в атмосфере... Блин, прикинь, в некоторых странах реально... Есть же такая тема, что некоторые страны реально страдают от потопов. Где-то землетрясения, где-то потопы. Ребята, мы еще не так хорошо, мы еще не так плохо живем, так сказать, это самое. У кого-то есть реальная задница. Проснулся, а у тебя кровать уплывает вместе с тобой. Находится только что-то около 0,001% воды от общей массы. Но когда в 18-19 веках геология проходила свое становление как наука, для многих исследователей всемирный потоп был реальностью. Ведь в большинстве мест, где человеку вздумается выкопать глубокую яму, он наткнется на те или иные известняки и прочие породы, которые формируются под толщей воды. И, например, на территории Восточноевропейской равнины или в тех же Крымских горах можно найти даже окаменелости морских обитателей. Правда, когда геология несколько углубилась в изучение стратиграфии, последовательности слоев древних пород, сначала возник вывод, что потопов было много. Альсид Дорбаньи, живший в 19 веке, насчитал 27 потопов. Впрочем, накопление знаний вскоре позволило превратить цифру 27 в ноль. Дело в том, что наша планета – это динамическая система, в которой материки непрерывно двигаются со скоростью в считанные сантиметры в год, но на огромных временных отрезках в десятки и сотни миллионов лет, например, тот же Мурманск, Якутск или Москва, неоднократно находились на экваторе. Так, с момента заселения Европы человеком 40 тысяч лет назад, эта самая Европа продрейфовала около 2 километров, а с момента зарождения рода Homo в Африке уже более сотни километров. Однако, кроме дрейфа, те или иные участки материков растут, а другие понижаются. И там, где сейчас горы и равнины, когда-то могло быть море, и наоборот, нынешняя морская гладь являлась сушей. Хоть следы большой воды попадаются геологам часто... Это акулий капролит. Простонародье, окаменелая какашка. Берем. Тем не менее, на одном участке это могут быть породы сформированные. Зачем тебе акулья какашка? Для чего тебе? Товарищ геолог, зачем? Что? Зачем тебе акулья какашка? Сформированные морем или океаном тысячи лет назад. На другом их возраст может быть 100, 200 или 300 миллионов лет.
Так, например, восточноевропейская равнина растет на 6 мм в год и имеет средние высоты в 170 метров над современным уровнем моря. Если этот процесс был равномерным, то по логике 1030 лет назад высоты равнины могли быть очень близкими к уровню этого самого моря. Хотя на самом деле не могли. Потому как приблизительно 2,5 миллиона лет назад начался очередной ледниковый период, который состоял из холодных глациалов, когда десятки тысяч лет на полюсах росли ледники, и ледяные стены толщиной в несколько километров порой доползали до 48 градуса северной широты, что южнее таких городов, как Курск или Воронеж. Их сменяли более теплые межледниковья, интерглациалы, когда льды таяли. В одном из таких, именуемом Голоценом, мы и живем. Но возвращаясь к недавнему прошлому, всего-то 20 000 лет назад огромные массы воды находились не в океане, а в ледяных плитах, расположенных на континентах, вследствие чего уровень моря был меньше нынешнего примерно на 120 метров. На самом деле это огромная цифра, так достаточно нынешнему уровню подняться на метр-другой, и мальдивские и многие другие острова скроются под водой. Если же понизить уровень моря более чем на сотню метров, очертания материков изменятся, многие моря исчезнут, а небольшие острова станут огромными. Та же глубина Берингова пролива всего 91 метр, то есть из Азии в Америку можно было ходить пеши, чем в общем-то и воспользовались древние люди. Если вы взглянете на карту глубин Филиппинских островов, то обратите внимание, что из Евразии в Австралию, вероятно, можно было путешествовать пусть и не по суше, но постоянно наблюдая перед собой тот или иной остров. Последние 20 тысяч лет ледники тают и уровень моря растет. К слову, начало непосредственно нашей межледниковой эпохи связывают с исчезновением на севере Европы ледника и появлением на его месте сначала Балтийского озера, а чуть более 10 тысяч лет назад моря. Отсюда взялось выражение, да, ледники растают, и начнется потоп. Которая сделала климат в регионе гораздо теплее. Примерно 7 500 лет назад таяние льдов привело к тому, что воды Средиземного моря пробили себе путь в Пресное озеро, ставшее Черным морем. Впрочем, этим самым озером Черное море было не всегда. Так, научная статья, опубликованная в Nature Geoscience, содержит информацию об исследовании сталагмитов пещеры Сафулар, которая находится вблизи южного побережья Черного моря на территории Турции. Ученые провели исследование содержания изотопов кислорода в солевых отложениях и пришли к выводу, что за последние 670 тысяч лет воды Черного и Средиземного моря смешивались по крайней мере 12 раз. 7 раз в Черное море попадали воды Каспия. И следует заметить, что даже в первом тысячелетии до нашей эры, когда к берегам нынешнего Краснодарского края и Крыма приплыли греки, уровень моря был примерно на 4-5 метров меньше современного. Вследствие чего некоторые такие греческие поселения, как Акра, к настоящему времени затоплены. Есть такие и в Средиземном море, например, Хелики или Тир. При этом мелкого Азовского моря в ту эпоху и вовсе не существовало. Это было русло Дона и Меотийское озеро. Судя по всему, место было болотистым, имеющим острова, на которых существовали поселения. На современные берега время от времени Азовское море выбрасывает фрагменты античной керамики. Собственно, в наши дни можно услышать о глобальном потеплении, таянии льдов и затоплении всего и вся. Проблема в том, что за уровнем моря начали следить только с полвека назад, и делать это не так просто, как кажется. Не говоря даже о том, что одни части континента растут, другие опускаются, этот самый уровень зависит от времени года, атмосферного давления и еще десятков факторов. По интернету гуляет много цифр, чаще всего я встречал, что с 1900 года этот самый уровень вырос на 21 сантиметр, при этом на 7,5 сантиметров за последние 25 лет. История же еще до появления цивилизации знает примеры, когда уровень рос за 50 лет на метр. Если же растают все ледники, вода поднимется примерно на 65 метров. И многие в интернете видели подобные карты затоплений. Однако, опять же, пока что вся техногенная деятельность человека за последний век не вывела скорость затопления на какие-либо особые значения. С другой стороны, уровень моря поднимается последние тысячи лет, невзирая на наличие или отсутствие цивилизации. И что наступит раньше, новое оледенение, очередной рост ледников или полное их исчезновение, сказать сложно. Ну, представить полное исчезновение ледников я даже не представляю. Как вообще? Странно и сложно представить это все дело. Но будет пиздец, будет явный пиздец. Я когда-то задумывался об этом, мы даже диалоги вели на эту тему.
о том, что ледники тают и вода поднимается. И, блин, я сомневаюсь, что они, конечно, полностью растают. Если они, конечно, полностью растают, это вообще задница будет. И сколько всего откроется там, где ледники нарастают. Одно можно сказать точно, на планете нет такого количества воды, чтобы затопить не то чтобы всю, а даже треть суши. Да и за свою историю чаще планета находилась в таком состоянии, когда никаких льдов на полюсах вообще не было, что не сильно мешало древним материкам. Та же восточноевропейская равнина как минимум ближайшие тысячи лет не может быть затоплена, и подобных катаклизмов на ней не могло быть в обозримом прошлом. Впрочем, если вы почитаете о более древних эпохах, то можете обнаружить, что порой уровень моря был и на 200 метров выше нынешнего. Но откуда взялось столько воды? На самом деле воды меньше не стало, просто нужно учитывать глубину океана. Молодая океаническая кора теплее и легче, как следствие она поднимается выше, средние глубины меньше, а соответственно вода заполняет большую площадь, уровень моря растет. Остывая, кора опускается, и океан становится глубже, а его уровень понижается. Естественно, такие процессы растянуты на миллионы лет. Как говорил геолог Павел Селиванов, даже теоретически смоделировать какие-либо катаклизмы, огромную вулканическую активность, падение астероида, способные вызвать глобальный потоп, проблематично. Скорее, такие катастрофы этот самый океан испарят. Но изрядная часть городов находилась и находится возле рек и побережий, где время от времени вода может доставлять проблемы, поэтому локальных наводнений в прошлом хватало. Да и сейчас, когда большая часть крупных городов закрыта. Это мы еще к вулканам не перешли. А есть вулканы, которые дремлют, и тоже свои проблемы с этим есть. Опять же, эти природные катаклизмы по разным темам есть. Так же и как наводнения, так же и вулканы, так же и землетрясения. Закатано в асфальт, бетон и плитку, тем же осадкам часто банально. Я, кстати, в такой дождь в Ростове попадал как раз-таки, когда на машине ехал. Реально, у меня машина вот так плыла. Просто плыла, просто, ребята, просто плыла. Я просто офигел. Некуда деваться. В перспективе, если, конечно, не грянет нового оледенения, часть Южного федерального округа, Поволжье, Санкт-Петербург, как и практически все города на побережьях, будут затоплены. Однако, вероятнее всего, мы, как и наши дети, внуки, этого не увидим, потому как такие процессы происходят на протяжении многих веков и тысячелетий. Но я скажу тебе так, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Всегда неожиданный пиздец происходит. Пиздец наступает тогда, когда ты его не ожидаешь. И, конечно, не дай бог нам или нашим внукам или правнукам застать этот пиздец. Но, тем не менее, от этого никто не застрахован. Я не сомневаюсь, что человечеству предстоит пройти через множество вызовов и катастроф. Но, к счастью, исходя из современных научных знаний, всемирный потоп нам не грозит. Спасибо за внимание и поддержку на Boosty и по реквизитам карт в закрепленном комментарии. Просто появится свой Ной, да, и соберет ковчег. Как-то так, наверное. Тарии. В нынешних реалиях канал существует только благодаря вам. Блин, не, хороший ролик на очень такую интересную тему. И на эту тему есть не менее хорошие ролики. И даже куда больше с размышлением разных людей. Поэтому эту тему не один раз я к этой теме приходил. И в диалогах ее слышал с товарищами, так сказать. И... Она актуальна будет, было и остается. Природные катаклизмы всегда нас по-своему пугают. Мы не знаем, что от них ожидать. Мы не знаем, когда растает ледник, когда будет извержение вулкана или когда от очередного землетрясения может случиться полный писец. Поэтому, ребята, по сути, как в какой-то части, в части даже хорошо, что некоторые природные катаклизмы нас обходят стороной. Мы даже понятия не имеем, насколько они опасны. Ну, как здесь в видео говорилось, потоп может ожидать тот же самый Санкт-Петербург и, блин, и некоторые города, которые ближе находятся к воде. Но опять же. Поколение за поколением, поколение за поколением.
Будем надеяться, что этого не произойдет, но верится в это, конечно, с трудом. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан, и увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.